День российской науки уходит корнями глубоко в историю. 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в столице Российской империи Санкт-Петербурге был издан приказ об учреждении Академии наук и художества. На протяжении следующих столетий отечественные ученые оказывали значительное влияние на ход истории России. Внесли неоценимый вклад в развитие науки, открыли новое видение мира и стали предвестниками прорывных технологий. Ни для кого не секрет, что российское научное сообщество гордится своими учеными, исследователями и первооткрывателями. Казанский университет – один из старейших вузов России. Императорский Казанский университет был основан в 1804 году императором Александром I. Казанский университет – родина невклидовой геометрии, парамагнитного резонанса, теории строения органических веществ. В 2010 году Казанский университет указом президента Российской Федерации стал федеральным университетом. За более чем 200-летнюю историю университет претерпел множество изменений, как в названии, так и в своей структуре. В 1930-е годы во время образования отраслевых вузов Казанский университет потерял более половины своих направлений и школ. Одной из самых существенных потерь был уход медицинской школы с образованием Казанского государственного медицинского института. В последние годы в университете снова активно стало развиваться медицинское направление, которое образовало точку роста в областях фундаментальной биологии и медицины. Образован инженерный институт и создана медико-санитарная часть. В настоящий момент КФУ – это более 50 тысяч студентов, в том числе 11 тысяч иностранных студентов, около 10 тысяч сотрудников, в том числе около 3 тысяч преподавателей, более 1 тысячи сотрудников заняты научными исследованиями. В составе КФУ два лицея, одна общеобразовательная школа и один детский сад для детей с расстройством аутистического спектра вместе, которые являются площадками для апробации разрабатываемых в университете образовательных технологий и педагогической практики для студентов педагогических направлений. Вовлеченные в научную деятельность преподаватели и студенты создают инновации и делают все больше и больше открытий. Именно поэтому День российской науки можно назвать одним из самых важных событий в жизни университета. За почти 3 века труд ученых-инноваторов принес миру множество научных открытий, оказав существенное влияние на развитие не только отдельных государств, но и всего мира. Они провели первые полеты в космос, открыли биосферу, сделали прорывы в области трансплантологии и внесли важный вклад в развитие человечества. И мы не стоим на месте, ведь современное развитие науки и технологий в нашей стране вызывает большой интерес. Резеда Каримова, Аделя Файзулина, Универ Новости.